В амбулаторию поселка Развилка постоянно поступают заявки от пожилых людей на проведение вакцинации на дому. Особенно такая услуга необходима маломобильным пациентам. Я считаю, что особой разницы между тем, как где вакцинировать пациента, дома или в амбулатории, разницы нет совсем. Это удобно для пациентов, и мы идем им навстречу. Сделать прививку помогут участковый терапевт и процедурная медсестра. Мобильная бригада подготовит все необходимое для вакцинации и в комфортных условиях проведет манипуляцию. Хотя они находятся дома и считается, что они нигде не заразятся, но родственники, знакомые, которые приходят, они являются переносчиками. Очень часто бывает, что они заболевают и в очень тяжелых формах. Для 61-летней Тамары Чусовой возможность выйти из дома практически нереальна. Проблемы с позвоночником резко определили умную, красивую женщину в категорию маломобильных граждан. Да еще 13-й этаж и постоянно неработающий лифт совсем не оставили шансов. Поэтому пенсионерка направила заявку в местную амбулаторию на вакцинацию в домашних условиях. У меня очень много заболеваний, и больше я не хочу других заболеваний иметь. Через 21 день мобильная бригада приедет к Тамаре Михайловне снова. И тогда защита от опасной инфекции будет стопроцентной. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.